На Кубани сотрудники ФСБ задержали группу экстремистов, планировавших теракты в Карачаево-Черкесской республике, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Всего задержали 19 сторонников халифата. Они занимались вербовкой людей и подготовкой диверсий на территории всего Северного Кавказа. Во время ареста боевиков были найдены агитационные материалы, а также пулемет, автомат, патроны, самодельное взрывное устройство и пояс смертника с поражающими элементами. Задержанные взяты под стражу. Им предъявлено обвинение по статье «Организация и участие в деятельности экстремистов».